Харьков, 27 августа, 17 год, 7.05 по Киеву. И стартовали соревнования по триатлону. Спортсменам нужно проплыть 1 километр 930 метров, проехать на велосипеде 90, мама дорогая, километров и пробежать 21 километр. Полужелезная дистанция. Это арбитры, да. Да, ну это, конечно, звучит совершенно фантастически. Если бы я принял участие в этих соревнованиях, я бы 100% завершил соревнования раньше всех, метрах в 300 от старта и наверняка на дне. Потому как километр 930 метров я могу проплыть, но только вглубь. А водичка уже не июльская. Ну что, выдвигаемся туда. Выдвигаемся туда. Часть дороги перекрыта, и движение будет впоследствии по Героев Труда по этой улице, потом там левее на Шевченко. Ну, в общем, рванем мы пока к месту старта. А это что еще такое? Какой-то усеченный севастопольский памятник. Ну, сейчас еще разочек вот ту группу в полосатых купальниках. Да, ну конечно, героические люди. Что происходит со стороны, может показаться, что нерест на реке. Ладно, поехали туда. 27 августа, 17 год. Улица Героев Труда. Частично перекрыто соревнование по триатлону.
проходят в Харькове. Уже начался заплыв. Короче, здесь. Давайте как-то поддерживаем участников. Один из самых масштабных стартов в Украине сегодня в Харькове. Аэробей. 1931 плавание. 90 километров вело и 21 километр активно. Все это полужелезная дистанция в городе Харькове. Позади 16 минут первого этапа. Давай. Дима, давай! Не забываем, друзья, поддерживать спортсменов. Очень нужна ваша поддержка сегодня, Харьков. Давайте, давайте пошумим. Молодцы, молодцы. Да, это, конечно, впечатляет. Километр 930 метров. Основная часть спортсменов стартовала на второй этап. И все лидеры гонки уже прошли 50% второго этапа. Поэтому совсем скоро мы будем ждать
лидеров плавательного этапа, которые будут переходить в транзитную зону и, как следствие, уходить на велоэтап. Поэтому будет интересно, динамично сегодня, невероятно, несмотря на то, что это длинный триатлонный старт. Поэтому давайте поддерживать участников. Им нелегко сегодня, им тяжело, будем честны, но железный путь Iron Way того стоит. Да 90% людей умерло бы, блин, на первом часе соревнования. Даже напомним болельщикам, Iron Way — это что, второй и третий этап вы можете посмотреть. Iron Way — железный путь. Уже по адресу Сокольники 6, лесопарк, где находится лыжная база педагогического университета, где мы увидим, конечно же, финиш сегодняшнего Iron Way, где-то ближе к 2 часам дня, может быть, даже немножко раньше. Поэтому всех спортсменов, всех болельщиков мы приглашаем в 15-й номер награждения абсолютной категории и эстафет на лыжную базу педагогического университета по адресу Сокольники 6. Двадцать седьмое августа 2017 года, Харьков, соревнования по триатлону. Минута разницы, Ром! Ребята, на проходе аккуратно! Ё-моё! Там еще завершается заплыв. Антоха, 35! Титову и Ване, 35! Километр 930 метров заплыл. Девяносто километров заезд на велосипеде. И 21 километр. Бегом. В общем, это просто запредельные какие-то, за пределами человеческих возможностей, как по мне. Нагрузки. Сейчас выйдем наверх. Солнце, правда, против нас. Ну, что есть, то есть. Раз героев труда перекрыто только частично, конечно, машины кислорода не добавляют. Хорошо, хоть выходной.
воскресенье, и все-таки движение не такое напряженное. Давай сделаем так. Сейчас будет видно и место заплыва. По сей упору люди еще преодолевают дистанцию. И тех, кто уже начал велопробег на 90, мама дорогая, километров. Где-то здесь можно якорь бросить, да? Раз уж намекают. Солнце не в нашу пользу, но... Это велоэтап. А здесь у нас продолжается заплыв. Вот и ничего себе. Даже так не кролил. Герасим. В общем, феноменальной нагрузки вид спорта. 1930 метров, повторяю, заплыв. Девяносто километров поездка на велосипеде.
и 21 километр бег. Половина марафонской дистанции, мама родненькая. Тут марафоны в Харькове проходят далеко не все. Половину дистанции марафона проходят вчистую, чистую, а тут еще велосипед и плавание. Ну, в общем, конечно, восхищение вызывают эти люди, просто восхищение демонстрации того, на что способен человеческий организм и человеческая воля, конечно, ибо без воли тут этим и заниматься не начнешь. August 17, Харьков, 7:35 по Киеву. Полужелезная дистанция, почему-то так это формируется. Iron Way. Всем удачи. Спортсменам победы. August 17, Харьков. Велоэтап триатлона Iron Way в Харькове. 7:38 по Киеву закончился для этих, по крайней мере, спортсменов. Заплыв 1930 километров. Ой, господи, километров, метров. 1930 метров. И теперь этап 90 километров на велосипеде. После чего 21 километр пробег марафона, полумарафонская дистанция.